вот за этот чистый, настоящий, природный, стихийный, вдохновенный романтизм, за эту правду в исполнении романса, я благодарен Агафонову больше всего. Когда я его услышал, я почувствовал, что есть возможность, есть право романсом, романсовым языком говорить с огромным количеством людей на любых аудиториях. Я вернулся к себе, этот вечер унес все надежды, всю радость, стремление. В эту ночь рассвела от объятий слез. Yeah.